Радий представити гостя нашої студії, завідувач відділу пересувних і стаціонарних виставок Миколаївського обласного краєзнавчого музею та Галина Зінов'єва, виконавчий директор Товариства японської культури Тадікадзе. Доброго ранку вам. Світлана, доброго ранку і вам. Розпочнемо із того, що все ж таки рік Японії в Україні, президентом було підтримано цю ініціативу, і вже черговий захід готується для миколаївців, для того, щоб познайомити їх поближче з культурою Японії. Що це за захід? Хоя гудзаймас, я поздравляю с вами. До 12, доброе утро еще скажу по-японски, да, до хоя гудзаймас, минасан. Сегодня у нас выставка, к которой мы долго готовились. Этот проект был задуман 2 года назад и включает в себя фотографии как Японии, так и Украины, но еще и Болгарии. Такой у нас получился проект. Интернациональный такой проект? Интернациональный, а да. Почему именно вот эти 3 страны? Япония, Украина, понятно. Болгария как еще? Дело в том, что, ну, вы знаете, в нашем городе много общин национальных, и мы дружим все, мы проводим совместные мероприятия и осуществляем совместные проекты. И 2 года назад по приглашению общины болгарской Терновки нашей и общества Терновка, руководитель Анатолий Волч, мы побывали во время поездки, побывали в Софии и других городах Болгарии. Традиционно, те, что летом, да, проводятся. Да, да. Это то, что... Кстати, все николаевцы тоже имеют возможность, если что, побывать в Болгарии, потому что ежегодно проводятся несколько волн в начале лета, в середине, да, и вот к концу лета 3 волны путешествий в Болгарию. Совершенно. В одну из них вы попали, я так понимаю, родился тогда этот проект. Да, мы познакомились сначала немножко с болгарской культурой, нам было интересно, безусловно, болгарской природы, все было красиво и интересно, но когда была экскурсия в Софийский университет, познакомились еще с теми студентами в Софии, которые занимаются японской культурой, изучением. То есть там есть восточный центр, там есть тоже японцы. Люди близкие по духу, есть объекты, которые, да, связаны с японцами, и сакура, которая давно уже в Софии высажена, и другие интересные объекты, которые связаны именно вот с болгарской и японской дружбой. И тогда уже просто не было выбора у нас, мы должны были поделиться своими впечатлениями от Болгарии, конечно, с нашими друзьями, как японскими, так и привести свои впечатления, которые воплощены в фотографиях, в наших рассказах, в стихах, в каллиграфии и других таких воспоминаниях, воплощенных в... Ну, мистецький проект, может быть, это громко сказано, но, тем не менее, это часть нашей души, которая оставлена была в Болгарии. Что же касается фотографий японских, то понятно, что в год Японии и посольство Японии дало возможность нам с некоторыми объектами японской культуры познакомиться. И, соответственно, год продолжается, и будут еще другие проекты. Но это часть нашей планы. Вот как раз мы говорим, выставка пейзажных фотографий «Сонечник троянда хризантема». И как раз, я, насколько разумею, что это как раз и есть той альманах, где зібрано усе, а те, что будет презентовано, правильно? Ну, на выставке. Это далеко не все фотографии, которые сделаны, но тем не менее, конечно... А мы говорим сейчас про пейзажи украинские, болгарские и японские, правильно? Да, безусловно. Потому что я сразу побачу миколаївські пейзажи и думаю, что ж и как и до чего. А если говорим стосовно выставки, когда она стартует, точно сегодня, а о котрой године запрошуете всех миколаївців до себя? Сегодня в час дня открывается выставка, мы всегда рады нашим посетителям, тем более, что японская культура, она очень своеобразная, необычная, не похожая на нашу. И познакомиться с другой культурой всегда очень интересно, правда? А если говорим об вот таком знакомстве, кроме выставки, насколько я понимаю, всегда же это делается полифункционально, много мастер-классов, и они тоже заявлены в афише. Что это будет за мастер-классы и чему будем обучать и о чем рассказывать, мне кажется? Ну, у нас всегда, да, любая выставка, мы пытаемся сопроводить ее рядом мероприятий, чтобы можно было встретиться, да, с людьми, которые были авторами тех или иных работ, пообщаться. Вот тут общество Тадикадзе предложило провести целый ряд мероприятий, хотя выставка будет немного, она будет сниматься уже 10 июля, то есть короткий срок, но завтра мы приглашаем. А чем интереснее? Больше, потому что чаще всего, когда целый месяц дают или больше, люди думают, да, успею, успею, и в итоге не приходят. Поэтому чем меньше сроки, тем больше понимают, что поджимает время, можно посмотреть только вот до 10 числа. Ну и завтра мы приглашаем в 2 часа, уже 28 числа мы приглашаем
приглашаем наших посетителей на мастер-класс и презентацию программы, связанную с народной японской одеждой. Можно будет поговорить о тенденциях в современной моде, традиционной одежде. Ну и также фотосессия будет организована для посетителей. То есть в кимоно можно будет себя запечатлеть. Осуществить эту мечту в день Конституции Украины. На фоне выставки. 1 июля в 2 часа тоже пройдет мастер-класс, это суббота, пройдет мастер-класс по каллиграфии. Можно будет написать свое имя на японском языке, можно написать будет доброе пожелание вот с помощью кисточки, чернил. Так что все это можно осуществить. И 3 июля мы приглашаем на чайную церемонию, тоже в 2 часа. Можно будет традицию увидеть, все как это все делается, что это не только чайный пакетик, как привыкли чаще всего мы. А также я смотрю, что было много мероприятий. Вот выставка японских світлин із 27 червня до 10 липня у нас в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Це та, що буде. І, звичайно ж, ви спільні проекти, наскільки я розумію, із Миколаївським зоопарком, так? Да. Что это за проекты и что еще планируется после этой выставки? Нужно сказать, что вот во время подготовки к году Японии Управление культуры, национальности и религии очень нам способствует, помогает. Этот альбом тоже издан при содействии Управления культуры. И те мероприятия, которые запланированы были 2 года назад, они как-то очень хорошо, органично вписались теперь в программу и в год Японии. Год Японии. Надо сказать, что после экспонирования фотографий здесь у нас в Николаеве, мы их планируем еще показывать в других городах Украины, но 7 числа будет выставка Бургаси в Болгарии. То есть мы поедем дальше. То есть все-таки друзьям городе, болгарским... Да. Рассказывать о нашем городе, о нашем проекте. Что же касается зоопарка, то сегодня на открытии выставки будет делегация работников зоопарка, представители уже нашего японского общества, потому что мы подружились так, и проходила фотосессия школьниц в тоже в национальных одеждах украинских и японских. Это уже прошло, но фотоальбом будет презентован осенью. На осень еще запланирован большой фестиваль японской культуры в рамках фестиваля «Дружба». И я так понимаю, что наша дружба с Краеведческим музеем, с музеем Верещагина будет продолжаться и дальше. У нас будет еще выставка каллиграфии, неокаллиграфии и, ну, и некоторые сюрпризы, о которых пока не будем говорить. Так что, друзья, как вы видите, весь год Японии в Николаеве будет насыщенным. Год Японии в Украине, но и в Николаеве. Я так понимаю, что если говорим о выставках, в каких еще городах побываете? Украины именно. Мы планируем, что это будет Львов, Херсон, Кропивницкий, Одесса. Ну, а что касается Болгарии, наверное, София, Варна и Бургас. Так что же, география широкая. Успейте первыми увидеть. Напоминаем еще раз, сегодня у вас есть возможность в час дня посмотреть выставку, ну и, конечно же, в последующие дни поучаствовать в мастер-классах. Вам спасибо большое за то, что показываете украинцам, николаевцам японскую культуру, ну и создаете вот такие дружеские связи болгар, украинцев, японцев. Вам спасибо и сил. В час дня, я так понимаю, что будет самый пик, поэтому вам все это выдержать. Ну и, конечно же, друзья, напоминаем еще раз, мастер-классы посещайте, будет интересно.